Я готов сегодня к стриму, но мы вступаем, мы врываемся, мы не сдаемся. Мы на Майдане. Ладно. Окей. Команда. Блин, я буду забывать это название. QK. Команда QK. Бан у нас Виномансер, Элдер Титан. В пике у нас уходит Абадон и Вивер. То есть мы видим прекрасный тандем у нас уже тут намечается. Здесь у нас Клокверк, Тимберс в бане. Пики идут first пиком Crystal Maiden. Вторым пиком у нас залетает Bristol Back сюда. Понятно. Где-то ребята подсмотрели эту стратегию явно. Так, ну и банится Вайпер, потому что Вайпер у нас не очень хорошо играет Bristol Back против Вайпера, скажем так. Тут у нас Doom залетает уже. Банчик. Банчик. Кстати, открыла все-таки сундук. Надавали кучу приятных подарков. Я еще даже все не успел рассмотреть толком, но в самом случае пару курьеров точно упало. Так, ну еще раз пройдемся тут сейчас по турниру. Тут команда VR долгое время ждала оппонента. Это продлилось долбанных 3 часа. Нет, 2. Из-за того, что Дота очень сильно лагала из-за этого холодрыжества или там ночь ужаса. Кстати, надо еще попробовать будет поиграть в новый режимчик. Надеюсь, он нормальный, прикольненький. Все говорят, круто очень ТД с первой Доты. Так, ну залетает у нас здесь... Бонни Флетчер снизу в бан, сверху Outworld Destroyer, Devourer. Ну, пока интересно, интересные пики у нас, и что сверху, что снизу. Задумался Серега, я смотрю. Что-то были продуманы по ходу первых два пика у нас. Дальше все не очень хорошо пошло. Ладненько, отойду я на пару секунд. Сейчас вернусь. Так, ну что, пока я ходил, тут ситуация чуть у нас поменялась, мы видим. Залетает пак сюда, в мид пойдет Серега играть на паке в мид. Визаж залетает сразу же у нас команде сверху, QK, да? Также этих ребят зовут, судя по всему. Кстати, холодрыжество пришло, я смотрю, не только в доту, но на улице Украины оно пришло, конечно, уже давно, но в мой город пришло именно сегодня. Честно говоря, очень холодно. Серега уже второй раз задумывается над пиком героя. Походу вот собирались играть они от Bristol Back и Crystal Maiden. Понятно, тут маны будет хватать всем. Bristol Back будет раскидывать просто по КД свои шипучки. Почти шипучи. Ну, сюда вот еще заезжает у нас пак. Луна, смотрим, пак у нас, понятно, мид хиро будет. Здесь Луна... Блин, а куда пойдет у нас Bristol Back? Пойдет сложно, судя по всему, стоять сейчас. Луна, Crystal Maiden.
Кристаллка, я думаю, будет все-таки лесная. Но остается добрать еще одного саппорта, на самом деле, команде VR. Сверху у нас уже есть прекрасная трипла, которая будет очень сильно напрягать. Кто бы туда к ним не пошел, в принципе, что и Луна, что Бристл Бэк будет себя не очень хорошо чувствовать. Хотя тот же Вивер довольно-таки быстро будет отъезжать от того же Бристл Бэка. Шипы наносят очень много урона, очень далеко бьют. И мы уже видели ни одного Вивера, который очень-очень-очень быстро клеился тут. Просто от одних шипов. Ну, пришла очередь капитана команды QK задуматься сейчас. Товарищ Торт, я так подозреваю. Ну что? Луну удивился, увидев. Не думаю. Пока не совсем понятно, пик Луны сюда. Кого собралась она забирать? Ну, она собралась забирать всех, судя по всему, но явно не сразу это будет. Долгий фарм, все-таки хотят затянуть игру, хотя Bristol Back даст огромное преимущество, особенно в начале. Да, да, мы видели Bristol Back'ов, которые как бы забирали и антимага, забирали они Вивера. Ну, Вивера, понятно. Так, ну тут Пугна залетает. Кстати, залетела она в бан, я не знаю, команда Вивер частенько банила Пугну в последних играх, но сейчас мы смотрим, что Пугна остается у нас не в бане и сразу же залетает в пик. Ну, не сразу же, конечно, ребята забрали себе триплу, которая будет, они считают, очень сильной, но она, в принципе, такого и является. Вот, Алхимик залетает в бан почему-то, Серега думает, что Вивер пойдет сложную. Ну да, тут могут быть разные у нас варианты, Абадон, Пугна, Визаж, может быть трипла, Вивер пойдет на сложную. Может быть, Пугна пойдет в мид, Вивер, Визаж, Абадон, это будет трипла. Такая у нас. И... ну, сейчас посмотрим, Last Pick все покажет. Но в любом случае, команде VR осталось добрать последнего саппорта. Ну и Рубика банит команда QK. Последний бан уже заюзан, сейчас ждем, угадали они или нет, сейчас мы сразу это узнаем вообще, то возможно они угадали. Хотя на самом деле Рубику там не особо есть что такого глобального красть, поэтому я не думаю, что здесь собираюсь пикать Рубика, ну скорее всего вот это вот время берется на раздумья сейчас. А Серега уже решил, кого он будет брать. О, это будет Нага Сирена. Давненько мы ее не видели в пиках. Дота меняется, дота растет, развивается. И Нага Сирена в последнее время... нечастый гость у нас в пиках. Так, ну и Сларк, ого. А что это у нас будет? Что-то будет явно интересное, ладненько. Что-то у меня показывает, что все повылетали, но я думаю, это всего лишь глюки дот, как... чего следовало ждать. Но снизу все понятно, все читаем, а ребят сверху я не знаю, но давайте все-таки пробежимся. Серега у нас будет играть на паке Чубака, на Наги Сирене, Мазик будет играть на Кристал Мейден, Бристл Бэк, я думаю, это будет все-таки Нич, и Луна будет играть Декстер. Сверху люди пока еще не сели на героев, но явно информация, что человек с именем Моя Первая Игра будет играть на Сларке. Пирожок. Пирожок у нас будет играть на Пугне. Пирожок на Врыве. Вот как его зовут на самом деле. Ну да ладно. Так, ну что? Что? Не распикали героев? Что сейчас будет? Половина народу не села на героев, и что вообще происходит-то?
крутяк, РМК. Видно, у ребят что-то зависло. Давайте попробуем РМК. Что-то странное происходит, но я думаю, что связано это как раз с этими лагами самой доты. Вот. Я знаю, ждем пятого игрока, судя по всему, сейчас уже режим Alpic поставили, да, у нас из-за всех этих лагов, багов сейчас, даже Captain's Mod как-то выглядит не очень. Блин, что, подарок пока открыть еще один, давайте посмотрим. Добавить 150 ячеек для вашего арсенала. Я не уверен, что мне нужен этот предмет. Так, ну вот, заходит у нас товарищ с никнеймом Хлоп. И давайте все-таки включимся в игру. Не открыл я подарки, к сожалению. Так, ну мы опять грузимся на зимнюю карту, она мне очень нравится, кстати говоря. Раздайте что-то мне. Зимнюю карту, надо еще какой-то прикольный зимний худ. Я очень надеюсь, что сейчас он будет здесь. Блин, у меня опять вылезла иконка пиков. Конечно, весело очень. Давайте побыстрее, она мне не очень нравится сейчас. Так, ну пик интересно у нас у команды QK. Мне вот нравится это Сларк, нравится Вивер, Пугна и... Кто там у нас еще? Кто-то еще там был веселый такой парень. Сейчас его пикнут. Даже боюсь предположить. Но я думаю, Слаг все-таки пойдет у нас на сложную стоять здесь. Кто у нас пойдет в мид? Пугна, судя по всему, да, у нас Пугна пойдет в мид. Там был Абадон в пике и какой-то еще саппорт. Не могу что-то припомнить, запамятовал. Так, ну опять что ли проблема у нас у кого-то? Так, ну команда Вер, все так как было. Нет, судя по всему, не очень. Там опять проблема у кого-то сверху. Ух ты, прям раздали кучу всего. Но, к сожалению, зимнего худа нету. Так, ну все, пикнули у нас. Ласт саппорта, это оказался визаж все-таки, да, я подзабыл. Гладос. Гладос. Давайте так. Как-нибудь. Так, ну что, Minimal Skills у вас будет играть на визаже. Моя первая игра. Прекрасный никнейм Сларк. Пирожок на врыве будет играть на пугне. Хлоп Вивер. И Торт, да? Торт же? Да, и Торт будет у нас играть на Абадоне. Так, команда Вер сразу же у нас юзается здесь смог. Так, заход во вражеский лес планируется. Он рисуется план капкан какой-то.
Мне не встать без твоей руки. Я не уверен, что это значит что-то определенное, но сейчас кто-то может встрять, конечно. Кстати, папа у нас затаянный так. Бусиками. Ну, вот сейчас встретят. Встретят? Визаж. Визаж. Так, но встретят не визажа, а встретят с Ларкой. Сларк может уйти. Так, сразу же мазик. Так, ну качается тут прыжок и что? Нет, качается не прыжок. А, пытался у нас тут засуицидиться Сларк, но что-то ему не удалось это на самом деле. Ладненько, ну, начало за командой VR. ГЛ пишет Minimal Skills. Если читать точно, то это Minimal, Minimal Skill Tuash. Неважно, будет Minimal Skill. Товарищ, так. Ну что, мы смотрим здесь. Такой Bristol Back несется просто. Кстати говоря, Bristol Back у нас несется на легкую линию. А Луна вместе с Мазиком, Дабла здесь у нас будет. Ну, интересно у нас расстановочка. Неожиданная явно для соперников. Так, ну и у нас падает первый добитый моб сейчас. Пугна. Уже двоих даже добил, пак пока один, ладненько. Так, ставится тут у нас вард. Вард на атаку, тут сразу же сентря. Его убьют. Тупую убьют. Нет? Вир поднапряг тут Декстра чуть-чуть, и да, вард упадет. 50 копеек капает Абадончику, Абадон просто доволен. Счастлив на самом деле. Так, ну здесь у нас уже визаж тягивается на топ-лейн. Напряжно будет здесь вот этим двум товарищам как-то нафармить что-нибудь. Мазик Декстер, Луна слишком дохлый у нас герой. Так, ну и тут атакующий вар ставит у нас. Визаж. Ого, вот это смех. После этого смеха просто хочется выйти из доты и забыть о существовании. Так, что такое на миде? Пак убил Пугну, Пугна убила Пака, забавный момент. Говорят, тут Сларк очень битый у нас, шипы не дают ему спокойно тут существовать. Так, ну понятно, Кристал Мэйд у нас фармит леса, это читалось. Так, ну и Нич здесь чувствует себя довольно-таки неплохо. 6-4, выходит на первое место по карте, по добитым крипам, несомненный лидер здесь. Так, ну и Сларк, что-то там пытается как-то поднапрягать, но это сложно, хотя тут такой набор 9 стиков, вот, прекрасный выбор против Bristol Back'а. Стики. Ну, так агрессировать, я думаю, все-таки не стоит. Экшн у нас здесь есть, что-то происходит. Так, так, пак, вид пугну, есть ДД. Много-много урона сейчас с руки, он просто там с 3000 убьет. Пугнул. Что здесь у нас? Здесь как-то все печально. У команды VR, команда QK чувствует себя замечательно, я думаю. Здесь на трипле, хотя Вивер. Так, 8 мобов, нормально. Кстати, Пак вышел на первое место вместе с Bristol Back'ом, чувствует себя просто отлично здесь. Так, отмайковали сюда. Что будет? Мазик страхует тут своего мейта, ну, заход на него, конечно, идет. Абадону очень много урона наносит обычный чакрум. Чакрум. Да, 620 хп у Абадона такой. Так, ну здесь что такое? Что такое? Тут Сларк заагрессировал чуть-чуть. Целый левел проигрывает Сларк здесь, ну да, за счет ФБ. Так. Выход на Декстера, что-то поздновато. Вся команда QK решилась. Так, вот только сейчас ставится за медло, ставится сюда Сентрик сразу. Сентри вард. Так. Мазик. Ну, Риптайдом он гоняет просто подальше визажа. Там всего лишь 2 Soul Sanction заряда было. И, в принципе, спокойненько отходит тут у нас Луна. Ну,
на самом деле ничего такого у нас не происходит на карте. Все фармят по чуть-чуть. Ну вот Декстер сейчас стрял чуть-чуть, пытается его как-то забрать. Ну как-то не очень уверенно играет. Тут трипла, тут же... Вы же трипла, ребят. Трипла на даблу, кстати говоря, тут. Слаг-то очень-очень-очень сильно его напрягает. Мне вот кажется, что Crystal Maiden, Maxi Tower, нет. Раскачечка такая, 1-1-1. ЦМ-ка хочет все и сразу. Ну, Сларку уже нечем жить. Нечем жить, нечем выживать. Надо прыгать на базу, наверное. Потому что... Вот Crystal Maiden должна как-то выйти на линию, потому что не стоит Сларку так уж прям давать качаться. Фармить спокойненько. Так, ну вот у нас заход в миде. На пугну и пугна. Ой-ой-ой, какая прекрасная игра у нас от обоих игроков здесь. Серега вовремя ушел в шифт. Не получил у нас Незербласт. Как? Боже, как Нага Сирена здесь умудрилась убить Вивера? Я не понимаю. Ладно, поздний телепорт сюда залетает сейчас от Чубаки и Чубака. Кстати говоря, поменялись героями Мазик и Чубака. Раньше они наоборот играли. Может, разные задачи стоят? Так, здесь... Очень Сларк замедленный. У Нича тоже мало хп, надо отойти, отхилиться, наверное. Так, да. Юзает он фласочку, и сюда уже прилетает Декстер. Так, ну и Сларк не уйдет здесь. Клипс. Ну, ульт, ну, читалось же, что будет ульт. Почему без варда прилетел сюда Декстер? Ладно. Вопрос оставим к нему, собственно. Только шестой уровень поднимает у нас Сларк, и в принципе его можно забирать. Если Декстер сейчас поможет товарищу, да нет, ну опять очень как-то неуверенно. Тут Луна играет. Так, за Тавр, Нич. Не уйдет. Нет. Забирают все-таки Сларка здесь у нас что? Что-то хотят. Кто-то что-то тут хочет, да. Пак с мида выходит, да, и будет у нас врыв на эту линию сейчас. Очень дохлый здесь у нас Вивер, даже 600 хп у него нету. Кстати говоря, сразу же Бристлбэк покупает себе ПТ и играет без вангварда. Ну, во всяком случае сейчас. Так, здесь вард поздний. Пак здесь, но заберут визажа. Визаж не уходит отсюда, я думаю. Так, ну есть же шульт у Пака. Пак ультит, дает раскаст, очень-очень больно всем. Абадон пытается уйти. Так, Мазик добил визажа. Ну, отдался сам. Кстати, не очень хороший заход сейчас. Не очень удачно все получилось. И Чубака может отъехать. Что здесь? Так. После последних фиксов только остается так бегать. Ну, Сларк здесь заигрался, по-моему. Была колбочка, он бы явно не ушел. Что здесь? Что-то клики на этого Абадона. Ой, Пак здесь. Так. Ну. Так. Ну, все-таки Сларк тоже заигрался и... Тем временем пугнул нас на миде, тавр забрал. Пока тут все эти качели были у нас на топе. Ну а в этот раз команда Вер как-то все медленно. Ну Декстер оставили у нас на легкой линии фармить сейчас. Ну, интересно, по графикам 0 идут. Несмотря на то, что команда Вер поубивала, вот этот тавр, оп, так поубивали. Сразу упал тавр здесь и все. И все в ноль. По деньгам все-таки ведут. Ой, по опыту. 3000, ну это ясно, тавр опыта не дает. Ладненько, что здесь? Так, здесь у нас собирается ганг на Декстера. Декстер 6 уровень уже имеет. Ганг на него может закончиться не очень удачно для оппонентов. Но тут есть мобы. Декстер. Ну. Так, ну спалился здесь пугна. Что будет? Так, Незербласт будет сосать. Нет? В тупую отгоняет. Прыжок. Надо ультить. Надо ультить. Ну... Очень много вопросов Декстера в этом моменте. На него заходило два человека, и он не заультил, ничего не сделал. Здесь ставится Незервард, тут ультует Сларк и уходит. Так, что здесь? Кто-то куда-то маякует. Кстати говоря, Чубака здесь уже. Ловить Сларка отходят. Очень-очень-очень как-то все странно. Сумбурно у команды VR. Тут очередная ошибка у нас Декстера, там он сильно медленно, тут он просто ничего не сделал. Может, ему кричали там сохранять ульт, я не знаю. Но ультимейт. Сейчас бы сделал он просто минус 2 Сларку.
В принципе, он держал прыжок на так. Не знаю куда. Но вот Пугна бы явно бы попал под фул ульту, и ничего бы ее там не спасло. Так, ну Пак здесь должен забирать. Да, заберет, никуда не денется здесь. Визаж. Визаж умер здесь. Да что ж такое, это у нас какие-то лаги. Серега останавливает игру. Так, забрал Пака, сделал. Простите, Пака забрал визажа, сделал свое дело. И. Нажал паузу. Что-то случилось, какие-то проблемы. Ну а здесь у нас Ларк, который явно отсюда не уходит. Ну, если Серега еще зайдет, так вот как-то. Вот. Сюда. Где? Это проблема у нас на карте что-то. Не рисует он такой карты. Возможно из-за того, что белое-белое все. А, Декстра у нас. Влетает, взлетает. Проблемы, проблемы какие-то постоянно сегодня. Ну хоть подарки уже открываются, что не может не радовать. Ну тут ничего, тут кликивал сюда, что тут битое все. Можно, ну как все. Пугна сюда пришел. Так, ну это сори, вряд ли здесь отпустят. Тупак, куда? Вот куда? Вот сейчас он только понял, что надо идти сюда. Так, еще куру. Опасная кура здесь. Сларка не отпустят отсюда. Он, конечно, даст еще какие-то раскасты. Пытается засуицидиться, ничего у него не получается. Нага его все-таки добивает. Здесь нич. Очень битый. И вот сейчас то, что он не собрал вангвард, сыграет с ним злую шутку. Я думаю, если был бы у него здесь вангвард, он мог бы здесь как-то еще бегать, напрягать противника, хиляться время от времени. Ну а тут уже два незерблеста, и тавру очень-очень больно. Тавр проседает очень сильно. Надо, чтобы кто-то сюда пришел на помощь. Если тавр упадет, не буду дефать его. Ошибка. Я думаю, что это ошибочка. Ну, вивер тут еще не добил тавр. Кстати, вивера 200. Что он наберет делать? Надо обратить на это как-то внимание, ребятам команды VR. Вивер собирается делать радик, судя по всему. Опять же, очень спорное решение. У него 606 хп, у него нету ПТ, он просто делает Radiance. Так, ну Пугна прилетает, сразу юзается смог здесь. Декстер стоит, тупит. Вот, вот опять, что он здесь делает? Надо уйти хотя бы, чтобы фижены так на него кликнули. Так, ну и спалился тут Пугна, спалились тут все. И надо как-то ходить навстречу. Сейчас будет заход за тавр. Ничего не мешает зайти за тавр, есть Пугна. Тут сейчас вард, да. Поставили вард сразу же. Так, прыгает Сларк, очень неточно. Ультить, 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 Декстер, ультить. Ой-ой-ой, какой фейл. Декстер заультил. Нага дала... Ой, Нага. Да, Нага дала ульт одновременно. Блин, у меня просто до речи пропадает на самом деле. Так, ну вовремя сюда приходит Чубака. Здесь еще вард стоит. Вард вражеский. Ну, Новый год просто в Сларка. Ну, вот одна из причин, почему не берут Нагу Сирен. Не знаю особо, зачем ее взяли. Да, прекрасные ганки сейчас залетают того же Сларка, Вивера. Ну да, я думаю, основная причина была то, что тут был Вивер. Так, ну и по деньгам. По деньгам ничего не меняется, в принципе. По золоту, да, тут уже 6000 команда VR ведет. Так, ну и будет забираться у нас тавр здесь внизу. Какие-то вот Декстер играет свою доту, у него что-то непонятки с командой постоянно. Пугну убили, кстати, что он прилетел сюда как-то не очень обдуманно. Так, ну Бристлбэк на топе тем временем он забирает все-таки тавр, что будет делать. Ну, вангвард все-таки у него уже есть, деньги уже хватает, тавр упадет. Ну, и не надо тут стревать, надо отходить с Ларку. Команда VR свое дело уже сделала, грязная, и... Артем наоткрывал, наоткрывал себе шмоточек, и сейчас ходит такой одетая ЦМ-ка у него. Так, ну что это такое тут?
дефать хотят тавер, не хотят отдавать. Я не уверен, что это правильное решение. Тавер все-таки упадет, и Декстера нет ульта сейчас. Вангард появляется у нас тем временем. Убийство Бека все-таки дофармил себе. Он этот итем. Так, ну а Сларк заходит во вражеский лес. Может быть ошибочка. Чубака. Вот, что будет. Надо было колбу давать. Так, ну Сларк ультит, и его сейчас убьют. Нет. Прыжком все-таки ушел тут. Чубака ошибку тоже допустил. У него, кстати, практически собранная мека лежит. Как практически. Ну, два компонента уже есть. Довольно-таки неплохо. У нас тут 13-я минута, 14-я. Так, что происходит? Какие-то маяки непонятные. Чтобы они маяковали, когда Декстер люту дает. Так, ну Слар, кстати, хорошо отыгрывает. Да, не попадает он все-таки у нас Дарк Пактом. Ой, какой прекрасный пак! Разультился Декстер в одного Сларка, но тем не менее, по-моему, это очень было оправдано. Здесь еще в сеточке у нас постоял Бадон, но Новый год был здесь лишним, это явно. Ой, как Декстер тормозит по-божески, замечательно. Это минус 3, 3 в 0 здесь делает команда VR, ну тут уже попахивает GG. Конечно, есть тут Сларк, который в принципе хорошо играет, но один он всю команду не вытаскивает. То есть Визаж во время всех замесов летает неизвестно где. Тем временем Бристлбэк у нас просто фармит все. Он просто вот взял себе, недавно купил Вангвард, у него почти 2000 еще в кармане осталось. Вивер. Что у Вивера? Огр кап, ничего. Ну жизни у него стало на 200 больше. Ну окей, хорошо. А дальше что? Так, кстати, у нас здесь замес. Разлютился здесь Сларк. Сразу же тут мазик ультит. Хотя драться нет, будет отходить. Ну, правильное решение, кстати, сейчас прыжок будет. У мазика сетка уже есть. Прыжок тут не спасет. Так, ну Вивер, надо отойти. Ну, ребят. Ого. Ого. Е тычечки отрывает здесь Бристлбэкс ДД. Так, ну все-таки будет деф того тавера, как-то так получилось, что уже третий раз его дефает команда VR. Предыдущие два раза были очень успешные. Так, ну Сларк. Может быть ошибкой. Его могут не отпустить здесь. Очень много урона. Пак здесь сразу же просто. Где Бристлбэк шипами добил, судя по всему. Так, ну пак разультился, боже мой. Я уже который раз наблюдаю, что когда команда VR берет пака, это практически всегда выигрышная игра. Просто Серега на паке чувствует себя просто офигительно. Фамильяры тут просто постояли очень не вовремя, они были посажены вниз. Ну, и счет становится 19-6, тут преимущество по голде наконец начинает реализовываться. 8000 по опыту, кстати, такое самое, очень странно. Так, ну Бристлбэк такой жесткий у нас, что собирает себе просто армлет. Ну, Чубаки из Макси на аура, ну понятно, на команду, ЦМ-ка на команду, здесь Вивер. Опять без денег, я, точнее без итемов, деньги у него как раз имеются. Толку от него никакого, у него плюс 6 все равно с руки, у Пака. Если сейчас глянуть так просто, слегка. Пака столько же урона, сколько у Вивера. Окей, хорошо. Играем дальше. Но Пак-то соберет себе сейчас Хекс. Довольно-таки уже скоро тут намечается все. На Мистик став как бы там для начала. Вот, Пакс. Пакаут. Ну и абсолютно непонятно, что здесь делать с этим Бристлбэком. Который имеет уже полторушку хп. У него брони тоже. Сколько уже? 14 брони. Ну хорошо. Хорошо. Наконец-то забрали этот тауэр. Сларк пришел сюда, забрал. Кстати, Даркпакт заюзан. Если что, задинается не удастся. Так, Декстер с волком. Так, колбочка. А Даркпакта в КД. Ну есть ульт, да, окей. И тэп-аут сразу. Ну, я же говорю, этот
Кларк играет очень хорошо. И тут был заюзан все-таки Новый год, но Сларк успел выпрыгнуть. Задумка неплохая. Кстати говоря, Серега тут что-то хочет от визажа, на визажа с фамильярами, которые были полностью заряжены. Рассказал, кто здесь и в чем не прав. Так, ну тут заход на Т2 Тавр у нас по топу идет. Что-то дают. Ну, тут уже откликивается. Пак здесь. Хм, не успел. Собирался улететь 100%. Сюда в пугну не успел. Пугна успевает у нас улететь. А Вивер имеет 3000 на кармане. Все-таки не оставляет он какие-то затеи такие подленькие. Ну ладно, ладно. Чувак, ну я пошутил. Можно было все-таки... Я хотел увидеть Радик. Ты взял, испортил все и купил себе БКБ. Ну, если это БКБ повлияет сейчас на процесс игры, то окей. Просто я же говорю, вот этому, в принципе, товарищу на БКБ, вот Вивера, по барабану, он и так будет куски отрывать неплохие. Вот этому товарищу, когда он выфармится, ему на ульту тоже, в принципе. Да, он будет забирать саппортов всех, а этого он из руки может убить. Все-таки... Все мы знаем силу Вивера, но... Против того же Бристлбека и Луны, когда есть наличие Кристал Мейден. И Нага Сирена, ну такое. Так, ну очень долго здесь стоит команда VR. Надо было как бы уже заходить, тут уже потянуть. Так, ветку ру. Ну да, кура сразу надо огриться. Абадон врубает все, что только можно. Его, кстати, не убьют здесь. Да, он врубает ульту. Ультит в ответочку пак. И что происходит вообще здесь? Ой, как приказ, тут сел фамильяр, но нич залетает, просто убивает, получает меку и на отходе. Сейчас они еще тавер заберут здесь. Тут, кстати, на деф сюда портуется. Ну, мне кажется, двойной телепорт на подстраховку был обоих саппортов здесь. Бристлбэк разрушает тавер здесь. Ну, я не знаю, ему надо тараска какая-то, и он будет вообще таким веселым парнем, которому на всех по барабану, ну, на этой карте. Ну, и БКБ делает Сларк. Ну, такое уже проблемы могут начаться у команды VR. Очень быстро два БКБ будут, VR все-таки, несмотря ни на что. БКБ уже имеет, кстати. Гем покупает у нас Мазик. Мы же помним последние фиксы. Невидимость не раскрывается ничем. Посмотрим, как это себя все реализует. Здесь просто очень мало, кстати, ХП у Наги Сирены. А, ну гем отдали. Кому отдали гем? Ну да. Бристлбэк. Имеет гем. Ну, игра становится все интереснее. Просто может случиться переворот. Смогут ли ребята из команды QK? Это увидим очень скоро. Луна имеет рецепт БКБ себе. Принесла уже. Или не принесла? Нет. Рецепт стэш остался. Ну, очередной тавер у нас на топе вот в этот раз падает усилиями команды VR. Так, нашли вар здесь. Ну, да, во всяком случае, покупка гема по чуть-чуть начинает себя оправдывать. Окей, хорошо.
Два форстафа уже имеет команда VR. Кстати говоря. Да-да-да. Кистинер, смотрю, что у Бристлбека прикольный такой. Так, ну ДД, Декстер забирает. Ох, даже если сейчас вот эти ребята сюда ворвутся. А, они будут врываться, хотят. Вард тут уже стоит, надо отходить. Под вардом драться не стоит, я думаю. Так. Ну, далеко вся команда, растянулись все. Ну, сейчас будет замесище. И отжимается ульта, сразу же юзается 2 БКБ. Ультит Луна, очень больно тут всем. Декстер очень поздно врубил БКБ. Разультовался в никуда. И огромная проблема у команды VR здесь. Прекрасная реализация двух БКБ. Тут Сларк дорезает все-таки у нас Кристал Мейденку. Но мы видим, что с Бристлбеком пока еще... Ну, шифти, нет? Вот эти два БКБ сейчас сыграли такую огромную роль здесь. И Нич не уйдет, скорее всего, отсюда. Интересный манс, но это уже была наглость. Он мог уходить. Он мог отсюда уходить. Он мог пойти вот сюда. Спокойненько. Он мог пойти вот сюда. Он совершил огромнейшую ошибку. Он пошел и отдал гем команде противника. Ну, можно только поаплодировать. Сларку, Виверу одновременно заюзаны 2 БКБ. Ульт Луны, который вошел в никуда. Так, ну гем сейчас положится в куру. Нет. А, ну варды она просто забрала. Ну, меня убивает просто вот это БКБ, которое Декстер врубил просто, когда у него осталось 50 хп. Так, ну Инвиз забирает Нага Сирена. Будет заход сейчас на Вивера. Но нет уже гема. В принципе, это Вивер, если заюзает БКБ, только так он уйдет. Надо хоть на БКБ развести. Что, таймлапс или что? Нет. Так ушел. А Сларк-то покупает себе тем временем башер. И перспективы команды Вивер сейчас смотрятся очень печальными. Бристлбек превращается в героя, который реально бесполезен. Вот он сейчас просто пробегал весь замес, и его никто не бил. Особо урона он не выносил. У нас пауза очередная. Воу. Ну, сейчас мы видим, что пауза, по-моему, все-таки у нас была тактическая. Мазик тут нараздавал команды. Ну и посмотрим, к чему они приведут. Так, ну есть Рошан, знает ли об этом команда? Окей, сейчас мы об этом узнаем. Пробивается Рошан сейчас. Нужен нуль сирены. Луна подобрала Аеги, все-таки успела, надо уходить отсюда. Хотя драться зачем? Огромная ошибка. Команда VR сейчас, хотя...
много урона выносится, сдули все-таки Бристлбека. И Луна сейчас начинает просто нарезать в соло здесь. Абадон не уходит. ДД, конечно, забирает. Абадон. Вивер. Надо подбирать гем. Подбирайте гем. А у Вивера не было слота, лол. Ну ладно. Не огромная ошибка, но тем не менее. Бристлбека отдали, разменяли Бристлбека на четверых. Тут еще каким-то образом Кристал Мейден померла. Все-таки она разлетелась. Ну, такое я вам скажу. Нага Сирена успела завязать ульту. За счет этого, в принципе, был вынесен Рошан. Здесь Сирене. Простите, здесь. Ой, Серега залетает, просто сожрал этого визажа, как будто его здесь и не было. Декстру надо отходить, сейчас сольет Аекиш тупую. Ну, не стоит его сливать. Так, ну довольно-таки много урона этот зоопарк весь выносит. Ой-ой-ой, Серега, доиграться может. Так, ну у нас сливает Аегис. Ульты нету еще, но пугни. А вот это то, что они здесь остались. Ах, ах, ах. Доли секунды не хватило на ТП уйти Мазику. Ну опять. Хочется сказать какие-то маты, но я не скажу их. Потеряли гем, я скажу. Просто на ровном месте. Зачем был этот заход? Да, у вас есть Аегис, но Аегис еще будет какое-то время. И времени это, ну, хватило бы еще раз так зайти, как минимум один раз. Они зашли и отдались втроем просто. То есть вот этот вот бой здесь, который был и здесь, он просто ушел в никуда. Статус-кво тут просто был восстановлен. Так, ну если телепорт сюда, я не уверен, что это хорошее решение. Так, Бристлбек сюда, наверное, портируется, но никто еще так. Нет, это Серега. Так. А кстати, что такое? Кто где? Пугну убили. Что она здесь делала? Ладно. Оставим вопрос Пугне, как мы обычно оставляем вопросы Декстеру. Кстати, Сларк нам, судя по всему, наврал. Это не первая его игра. Потому что он, по-моему, пока лучше всех играет в своей команде. Ну, Вир продолжает фармить. Будет изолятор себе делать. Так, ну, команда Вир все-таки хочет этот тавер, да, он падает и отойдут. Это всего лишь Сларк, и ничего особо опасного он себе не несет. Обидная потеря гема все-таки. Ага, юзается смог. И что? А то, что можно сейчас ловить вот этих ребят. Сларк. Вот Сларк выходит, его видят сразу же. Ловят. Прокаст успевает он Dark Pact юзануть сюда. Ульта сразу же пока входит. Блин. Ульта сирены. Сларк рубает БКБ, уходит. Ну вот, Пугна не уходит. И сейчас снесут эти бараки просто без особых проблем. Ребята из команды Вер. Сларк ушел хиляться. Здесь Абадон, который абсолютно ничего здесь не сможет сделать тут. Ну окей, хорошо. Что? А где мобы-то? Ага. Вот подходят мобы наконец-то, и можно нормально пробивать. Кираса прилетает Бристлбеку, и что с ним делать теперь, ну вообще непонятно. Надо, ну так уже выносит очень много урона. И Вивер здесь ничего не сделал, пытался отпушить сторону. Пока ему несли сторону. И Виверы могут поймать, он в таймлэп сразу же уходит. Ну тут просто два форстапа, боже, это у Вивера. Ах, чубака. Не увидел, не увидел. И уходит. Вивер покупает себе сразу же дезолятор. Хорошо. Наконец-то урон начнет
тусить. И два саппорта не будут его отгонять так без проблем. Хотя такие саппорты, кстати, Ghost Scepter. А, еще один гем. Прикупили себе ребята с команды VR. Хорошо, хорошо. Мало гемов не бывает. Особенно если один оба дома. Я думаю, Bristol Back уже вряд ли будет погибать. Хотя у него 1600, ну ладно. Будет 2к, если врубит трамблет. Мне кажется, вот ему еще Тарасочка. Хочу видеть Тарасочку, и он просто будет бегать, будет Bristol Back моей мечты. Я когда-то ему 2 собрал. Так, ну, врывается Сларк сразу же. Декстра начинает его резать. Разводит на БКБ, ну, что-то он уходит спокойненько себе. Курьера убили, окей. Поменяли БКБ на курьера. Так, ну... Блин, ну и заходит команда VR уже на вторую сторону. Декстер подставляется очень сильно. Должен подставляться не Декстер. Так, нить забегает сразу же сюда. Под сон Наги разбивается ват. Прекрасно. А вот вам борьба против Пугны. Долго, я знаю, они думали, как бороться с Пугной. Так, ну хорошие прокасты с одной и с другой стороны. Очень много урона получает Декстер здесь. Остается только Нич, по сути, живой. Добивает он Абадона, там падает гем. Ладно, фиг на гем. Так, ну как же много урона выносит этот Bristol Back. Посмотрите, он плюс 140 урона с руки. Так, ну вот, кстати говоря, Сларк может с ним тут и поспорить. Надо уходить здесь, не стоит умирать. Выталкивает Bristol Back, у него вообще хп нету. Ну что? Ой-ой-ой! Как развели Сларка, как он так быстро умер? О, кстати, мобы тем временем тут у нас дошли до Т3 Тауэра, Т4. Так, ну и команда VR не хочет отходить, остался один визаж здесь. И вполне себе заходят. Кстати, вот это реген Bristol Back. Это жесть просто какая-то. В итоге падает у нас казарма магов, надо отходить. Не стоит здесь встревать. Ну хотят, хотят этот барак, понимаешь, что это огромное преимущество, но ничего не стоит отдавать. Вытолкнут его сейчас, я думаю. Выталкивать ничего, что? В КД. А здесь нет, ну чубак уже бежит. Выталкивать, выталкивать, выталкивать. Ну сейчас разведут Пугну так же, как развели до этого. Сларка, ну привет, Пугна. Ты что-то хочешь, Пугна? Просто на этого нича разводят всю команду, лоу просто. А Декстер пришел и сразу же просто его начинает вигер резать. Очень много урона получает Луна. Я не думаю, что Луна это хороший вариант в этой стратегии, которую использует команда VR. Ну, уже просто. Тут издевательство идет на развороте. Пытается нича, нича. Если убьют, это лоу. Пытались засейвить. Сбарк еще уйдет отсюда. Так, ну есть ульт у Пака. Выкупился, кстати, Bristol Back. Такое именно агро. 2200 еще имеет после выкупа. Кстати, сейчас Рошан будет. Так, ну команда VR не останавливается на застигну. Там упали. Нет, не упали бараки. Сларк спалился сзади, его видели. Ну и что, просто без... Какой огромный урон-то выносит Луна уже. У него манта появилась, я прям вот не наблюдал за ней все это время. Она принесла себе манту. Тут... Ну и все, остается последняя сторона. И, конечно, как раз подходят мобы. И этот барак перечеркнут судьбой, жизнью. Ну и все, это GG, это практически 100%. GG пишет хлоп после этого, ну хорош. Хорошая игра, не было у нас явного фаворита сразу же.
GG не пашет, потому что АП это было, лол. Ну что, хорош. Удалась игра у нас. Много счастья и тепла нам подарили. Прям Новый год чувствуешь? Блин, ну у меня дотка зависла. Ну что ж такое-то? Ладно.